Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас праздник. Да. Сегодня у нас праздник у мальчишек, не у девчат. Да? Да, вот это стирать. Вот. Сейчас ездили в магазин, купил ребенок, пошопился, я бы так сказала. А вы понервничали? Мы понервничали, ребенок у меня вообще взял так, мне вот это, и все такое, он говорит нам с мамой, где касса? Пошли на кассу. Я, говорит, устал уже выбирать тут с вами. А мы ему, ой, пойдем туда посмотрим, пойдем сюда посмотрим. Посмотрим, Лего, смотри, тут «Звездные войны», да, а тут ой, смотри. Самое. А тут и машинки. А какой там машинки? Касса он, и все. Да, он взял и пошел. И все. Здесь, вот. Но сегодня будет еще для меня подарок. Да. От мамы. В общем, маме стало меня очень жалко. Да? Да, вот за то, что тогда вот. Когда с Алиэкспресс мне пришла посылка, непонятно какая. Да. И она мне решила на день рождения подарить. Сейчас покажу. Вот еще, кстати, меня спрашивали про кошку вторую. Вот она. Гунечка. Гунечка. Сколько ей лет, мам? Так, сейчас скажу. Никитке 15, минус 2, 13 лет. 13 лет кошки. Да, и она все время спит здесь у мамы. Она редко к нам туда наверх поднимается. Они, в общем, с рыжим котом поделили пространство. Она на первом этаже, рыжий кот на втором этаже. Ты моя девочка. Она, кстати, у нас умничка. Она так мышеловка у нас, да, Гуня? Вчера как за крысу гоняла. Да, за крысу вчера гоняла там. Ты моя девочка. Да. Ты моя девочка. Вот она. Моя красавица. Моя красавица. Вторая сладкая пришла. Вот так вот я и сплю в окружении. Вот Гунечка. Это мое место, а тут Гунечка. А да. Здесь Боночка, а это мое место. Да, моя девочка. Вот так вот. Да. Моя вот. И вот мой подарок. Да. Сперва я выбрала картину. Какой? Вот такую вот. Вот, берег моря, маяк. Угу. Вот. Потом пришел Лёва. Это мой старший сын, да. Да, и сказал, всё, мама пусть рисует такую. И это вот это. Да. Это типа, говорит, пусть мама занята будет чем-нибудь, да? Да, чтобы мозг не вынуть. Да. Это, говорит, с игр. Какая-то игра есть такая вот. Компьютерная, не знаю. Вот это вот с игр. Угу. Хорошо, и мы повешу потом. Да. И вот эта штучка такая. Это, знаете, как я называю, есть такая поговорка. Руки заняты, голова не болит. Да. Вот это из той же серии, и сынок. А что вот это такое, а? Наташа, да никак не могу понять. А. Флешка? А, это подарок. Это маленький, как этот, плеер. Да ты что? Ну это мне за нервы. Да, кстати, интернет-магазин просто отвратительный, я бы так сказала. Ой, они маме просто тут обзвонились, что придите получите, извещение еще не пришло, оповещение еще не пришло, они уже бегите получайте, мама поехала. Нет, они пишут, значит, посылка пришла в ваш город, но наш город, это же Питер. Это может быть Гноглав почтамте, где-нибудь, может быть, в этом дорожной станции или еще. Питер-то какой? Ну. Они думали, что Питер это вот. Три улицы и одна поперек. Угу. Вообще какие-то. И потом. А потом начали меня стыдить. Мы потратили на вас время. Мы потратили материалы на вас такая. А вы типа, мол, не получаете. Ну ты посмотри, а? Ну, в общем, да. А я пришла и говорю, девочки, так и так. Она говорит, так а вы можете вообще отказаться отправить им? Ну, как бы да. Я маме тоже говорю, пока не оплатила, то вообще, да даже если оплатила, то всегда может в течение 20 дней вернуть. Ну, смотри, 22 цвета, сложность троечка, а это четверочка. Угу. Это сложнее. Ну, то есть, как бы... Работай, доча. Представляете, какая будет благодать? Она будет сидеть вот так вот рисовать, вот эти маленькие-маленькие выискивать, и будет тишина. Я вас что, главный вредитель тут? Да, еще есть, смотри, еще баночку какую-то лаковую. Ну, акриловая, глянцевая. Вот сверху будет... покрыть, чтобы надолго. В общем, вот так вот. А это вот такая, понимаешь, есть вот картины, они, например, на картоне. Угу. А это на холсте? А это на холсте. Вот такая вот фигня. Вот, холст. Ага.
Мне нужен этот мольберт теперь. Все. Ну, это уже самое. Вот это самая картинка, еще бумажка, как-то там она называется, как это называется. Сначала все области одна. Ну, в общем, тут почитаешь. Это вот номера, кисточки и даже привешивать. Вот эта фигня. Здесь, девочки, вы понимаете, как меня все любят дома. Да. Вот такая вот. И будешь разрисовывать. Это на холсте, а на картоне не очень хорошо. На картоне, ну так, а это более как вот шедевр будет, блин. Мальчишкам вот, кстати. Ну, да, вот, ну, не все я вышивать. Я-то дольше буду вышивать. Еще главное, мы же с тобой не договорились, какому ему, ему надо это, дракон это, как он? Он хочет волшебника. Паровозиком. Паровозиком. Ну, в общем, с ним сам. Так это же долго будет. В общем, ну, так, вот, вот так вот. А это правда плеер, да? Да. Вот достала я картинку. Вторую. Вторую, да, посмотрите. Ну, мне до следующего дня рождения, я думаю, хватит. А вот это вот, которое сынок выбрал, она такая попроще получается. Ну, сынок хоть пожалел меня. Да. А это да. Ну, ничего, буду сидеть. Обойму читать. Это вот не обойма. Лёва, ты оружие носит? Да. Всё, мне надо помочь. Давай, Соня. Бабушка у нас оружие носит. Давай мне. Давай тогда коробку. Влад, возьми один нёрф-то. У него лом от машины. Давай, закрывай багажник. Влад, закрывай. Всё, я пошла. Зацепилась. Молодец. У всех коробки, кроме меня. Днем рождения тебя! Днем рождения тебя! Еще! Ура! Вот так вот мы провели день рождения в кругу семьи. Ну, честно, я отвечу, что не очень хотелось мне вчера снимать. Я каждый раз думаю на каких-то праздниках, что обязательно буду для вас снимать, но по итогу хотелось как-то провести время с детками, с родными, близкими. В общем, я думаю, вы меня поймете. Ну, еще я хотела бы ответить на вопрос одной моей подписчицы. Юлии Донченко. Я извиняюсь, если произношу неправильно фамилию. Она мне задавала вопрос уже не первый раз. Рассказать о том, почему я своих деток назвала именно так, а не как-то по-другому, в честь кого я назвала деток и так далее. Моего старшего сына зовут Лев, младшего Владислав, то есть Влад. Мы его называем Влад, Владик, старший Лев, Левушка, Левка, ну и так далее. Так вот, все на самом деле просто. Я не называла в честь кого-то, я не называла в честь, там, я не знаю, звезд и, не знаю, там, по гороскопу, по ангелу, по там каким-то еще, по временам года, я знаю, как-то называют, там, есть какие-то имена для определенных времен года, когда ребенок родился. Нет, я так не называла, у меня все просто, я хотела, чтобы имя было созвучно с отчеством. Моего мужа зовут Антон. Соответственно, отчество моих деток Антонович. И мне хотелось, чтобы вот красиво как-то созвучно было, да. Соответственно, первого ребенка, когда я была беременна, я, в принципе, остановилась. Ну, я прям выбирала имена, то есть я там и в интернете, еще где-то смотрела, какие вообще мужские имена. И к концу беременности я определилась, что у меня я назову либо Лев, либо Леонид. И так как я не могла определиться, я решила, что вот он родится, я посмотрю и скажу, Лев он или Леонид. И вот когда я родила, у меня акушерка спросила, как твоего богатыря зовут, и я сказала Лев. Вот прямо вот не думая, сразу ответила Лев, не знаю почему. Хотя, кстати, больше склонялась к имени Леонид изначально. Вот, ну и точно так же у меня было со вторым ребенком. Мне нравилось имя Владислав или Вячеслав.
Вот, и то же самое, когда я родила, меня также спросили, уже знаешь имя? Я сказала, да, его зовут Владик. Вот, что старший у меня Лев Антонович, а младший Владислав Антонович. И мне кажется, что это созвучно, тем более отчество такое Антонович, не все имена. То есть, например, Александрович, мне кажется, как-то больше подходит. Или вот я, например, Александровна по отчеству, мне кажется, как-то больше подходит. Ну, в общем, вот так вот я делала выбор. Муж мой, в принципе, ну, мы обсуждали имя ребенка, но он как-то не настаивал на каком-то определенном. Моему мужу просто почему-то не нравится имя Филипп. Это единственное имя, которое ему не нравится. Все остальные имена, он как бы... Ему было все равно. У него два сына, поэтому ему вообще было все равно. Мне кажется, имя дочки, может быть, он как-то и обсуждал бы со мной, а имена пацанов... Главное, что пацаны, а там ему уже не важно было. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Не забывайте ставить пальчики вверх. Мне это очень сильно приятно. Оставляйте свои комментарии. Всех люблю, целую и до новых встреч!